Взрыв раздался сегодня утром на улице Шатиловской. Любовь Зинченко живет в соседнем доме. Говорит, в это время уже не спала, поэтому отчетливо слышала громкий хлопок. Раздался очень сильный хлопок. Я поняла, что это что-то необычно сильное. Я сразу испугалась, думала, может, у кого-то газовый котел взорвался. Вышла везде, посмотрела в окна, тихо, пожара нигде нет, потому что, может, пришлось бы вызвать пожарную машину. Но было очень неприятно, было это почувствовала, что очень сильный взрыв. По предварительным данным, неизвестные бросили во двор гранату, которая взорвалась и повредила фасад зданий и автомобиль. Пострадавших нет. Полицейские установили владельца домохозяйства. Им оказался 54-летний мужчина. На момент взрыва он вместе с семьей находился дома. Они всегда аккуратны, у них всегда, они следят, всегда здесь безопасно. Они стараются провести дополнительный свет, потому что у нас вот эта улица темновата. Правоохранители квалифицировали происшествие как хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В РСІЄ план розслідування складений, однак повідомляти передчасно, бо тільки розпочати досудове розслідування. Відеозаписи є, бо камери працювали на місці події. Зафіксовані відеозаписи вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження. Юлія Сімененко, Оксана Зінковська, Олексій Калмик і Борис Буцевич. Медіагрупа «Об'єктив».